Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по новому проекту Inbox Cash, где мы зарабатываем денежку на чтение писем. Кто не знает, хочу показать, как здесь зарабатывать. Нам на почту приходят вот такие письма. Вчера вечером было одно письмо и сегодня утром. Мы кликаем по ссылочке, нас перебрасывает на страничку. И ждем, пока загрузится страничка. Идет отсчет таймера. Подождем. И вот таким вот образом мы будем просматривать. Проект только стартовал, это второе письмо. Только. Потом, конечно же, будет больше писем. Вот таким образом, я уверена, что многие знают, как просматривать, но возможно, что есть новички и не знают, как это делать. Все, таймер загрузился. Бывает капча. А бывает, вчера без капчи было. Разгадываем капчу. Парковочные часы. Нажимаем «Отправить». И все, нам зачет. Я просмотрела. Сейчас я обновлю страничку. Так, это я закрою. И вот я вчера просмотрела. И сегодня я просмотрела. Так, это я вам показала. Теперь я хочу вам сказать еще, что здесь есть вопросы-ответы. Кликаем на «Суппорт» и видим вопросы-ответы. Опять кликаем на вопросы-ответы, переводим на русский язык и обязательно прочтите. Минимальная сумма 1 цент, как я вчера сказала. Здесь платежные реквизиты. Так, могу ли я открыть более одного счета? Конечно же, нет. И самое важное, что здесь написано. Когда истекает срок действия моей учетной записи? Срок действия вашей учетной записи автоматически истечет через 15 дней, если вы не нажимаете ни одного электронного объявления за этот период. Если мы не просматриваем рекламку, как я вам сейчас показала, то наш аккаунт заблокируют и как бы придется делать регистрацию по новой. Вот, закроют вход в учетную запись. Так, ну что, друзья, это я вам показала, рассказала. Как я сказала, минималка на вывод 1 цент, у меня 3 цента. Давайте поставим, проверим на вывод. Я прописала кошелек Payeer, минимум 1 цент. Да, еще мне вчера, друзья, пришло письмо на почту с персональным кодом. Наверное, он нужен будет нам для вывода денежных средств. Вот так, Payeer я прописала. Прописываю сумму 0. Точка. Что у меня там? 0. 3. 8, да? Поставлю так. Вывод средств. Так, что мне здесь написали? Сначала вам необходимо настроить учетную запись. Интересно. Так, я настроила. История настройки. Оплата. Payeer не прописан. А я же прописывала вчера. Почему он не сохранился? Так. Сохранить. Все, я сохранила Payeer. Возвращаюсь я. Нажимаю вывод. Выбираю Payeer. 0.038. Вывод. Так. Перевести на русский.
Да что ты будешь делать? Добавить аккаунт. Что это такое? Интересно. Я же прописала. Возможно, еще вывод и не работает. То, блин, не туда нажала. Настройки. Оплата. Так. Аутентификатор. Здесь пароли. Здесь нет оплаты. Видите, кошелек еще не сохраняется. +3 499. Сохранить. Переводим на русский. А, код подтверждения. Боже ты мой. Вот я... Да. Вот видите, как это теперь не надо. Так. И мне вот ну, одну минуту. Ноль минут назад вот этот код нужен мне. Где он здесь? Вот он. Ставить. Вот как надо. Видите? Не совершайте ошибок. Так. И вставляю код безопасности. Подтвердить. Все, настройки успешно обновлены. Вот теперь ставлю на вывод. Вывод. Выбираю Payeer. И вот отображается мой кошелек. 0.038. Вот так. Там надо, дайте-ка я сейчас вот это удалю. Потому что, возможно, придется опять код вставлять. Вывод. Подтвердить. Ага, здесь security код. И вот этот security код. Вот он. Мы копируем. Смотрите, здесь с краю точка стоит, чтобы точку не надо. Вставляем сюда. Подтвердить. Так, автоматическая выплата успешно обработана. Переходим на Payeer. Я перезагружаю страничку. И, ну, с учетом комиссии, конечно же, пожалуйста, перевод выполнен. 0.2 цента капнуло мне на баланс. Вывод инстантом, все, супер, проект платит. Так, ну все, вроде я вам показала, рассказала. И вот 8 центов этих и не списала. Значит, ставим ровную сумму. Так, и давайте-ка перейдем вот сюда. На вывод история. Посмотрим историю. Вот видите, здесь история. Кликаем. И, пожалуйста, готовые. Основной баланс, вывод. Все замечательно. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.